Видео предоставлено сайтом online-gdz.net. И снова здравствуйте. Сейчас мы выполним задание Lesson 42, урок 42, Exercise 5, упражнение 5. Тим звонит в редакцию «Хочу все знать». Прочитай его вопрос и выбери правильный ответ. Can Nick's cat swim? Умеет ли кот Ника плавать? Варианты ответа. Yes, Anne has. Да, у Анны есть. Yes, it is. Да. Nick's cat is grey. Кот Ника серый. Yes, it can. Да, умеет. No, we can't. Нет, мы не умеем. А правильный ответ мы можем найти в тексте из предыдущего упражнения номер 4. Nick, black, a black cat, a black fat cat. Nick has got a black cat. His cat is fat and big. Nick has got a big fat black cat. Nick's cat cannot swim. Последнее предложение. Кот Ника не умеет плавать. Поэтому ни один из вариантов не является верным. А правильный ответ на данный вопрос будет No, it cannot. Can Nick's cat swim? Умеет ли кот Ника плавать? No, it can't. Нет, не умеет. Nick's cat cannot swim. Кот Ника не умеет плавать. Задание выполнено. Если вам понравилось наше видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.